Здравствуйте, друзья, подписчики канала про IKEA. Мы наконец-то приехали и продолжаем работать для вас. Так точно. Всем привет. Мы в детском отделе. Спасибо дизайнерам, что наконец-то собрали, поставили и разложили новую линейку Bygglego, то есть совместный синергизм IKEA и Lego. Все уже потрогала, пощупала. Сразу скажу, мне понравилось. Мы сегодня уедем домой точно с Lego. Да, Дим? Иначе нас домой не пустят. Да, нам уже заказали всю линейку, но мы подумаем. Давай мы все-таки покажем, потому что Давайте сначала познакомимся. Давай. А потом будем по факту, что как. Ребят, смотрите, значит, линейка состоит из вот такого набора с фигурками. Мы сейчас отдельно все покажем. И три вида ящиков. Набор маленьких ящиков, средний ящик и большой ящик. В принципе, казалось бы, немного, но... Все очень хорошего качества, плотненькое. И мне очень понравились ящички именно за счет того, что вот эта верхняя платформа, на которой можно собирать, а потом туда все упаковывать. То есть идея на самом деле очень классная, потому что у нас дома два любителя Лего, несмотря на то, что одной уже 12 лет, и это все валяется всегда. Но вообще-то Лего нет возрастов. Есть любители возрастные, кто любит Лего. Есть такие. Да, тут сложно говорить, тут для детей, для взрослых. Просто тем, кто любит вот поколупаться с конструктором. Поэтому давайте продолжим. Так, значит, производство Польша. Пойдем сначала покажем, вот, ну, как я люблю, да, смарт-части. Начнем визуал. Вот смотрите. Большая коробка, средняя, набор из трех. И, в принципе, вот они все фигурки. Если мне не изменяет память, я думаю, что он мне не изменяет, это как раз все 200 фигурок. Дим, покажи, пожалуйста, поближе, чтобы понимание было. Да, понятно, что алгоритм собрать можно как угодно, что угодно. Здесь уже дизайнеры развлекались как могли. Главное, что, ну, да, здесь, скорее всего, все приклеено. А, вот, мы сможем снять, показать. То есть хорошее классическое Лего, Лего классик. Не какие-то жиблые, мое любимое слово, фигурки, а хорошего, достойного качества. При этом можно сочетать со своими другими наборчиками Лего. Мы пока вернем на место зонт. А вот лесенка. Ну-ка, видно мою руку? Угу. Мне нравится, как потребителю, у которого дома Лего есть. А, вот, давай кубики покажем. Мы же всегда найдем. Ну, вот они прям классические фигурки. Мы уже сравнивали для себя, и, кстати, обзоры на Ютубе по этому поводу были, распаковки у кого-то из блогеров. Лего Классик совершенно спокойно сочетается со всей этой линейкой, да и не только. Вот смотрите на каждом, да, знак Лего. Секундочку, давайте попробуем. Дима, мне ткнул микрофон в глаз. Так, давайте сделаем проще. Вот. Ну, скорее всего, будет видно, но через маленький монитор я не могу различить название, но поверьте нам, там на каждом кругляшке написано Лего. Ну, надеюсь, будет видно. Ну вот, видно. Давай я соберу. Ты можешь идти. Вот. Я пособираю. Все, мы вернули на место. А теперь давай разбираться. Значит, набор стоит 1299, рекомендовано детям с 5 лет, но вы сами понимаете прекрасно, что можно и не с 5. Дим, покажи, пожалуйста, поближе. А что порадовало, мы обычно этот инструмент ищем. В набор входит инструмент для расцепления деталей. Вот этот весь набор представлен, вот все детальки. В комплект входит 2 человечка. Повторюсь, 200 фигурок. А, кстати... Но по сравнению с другим Lego Classic, почему-то у IKEA они подешевле немножечко. Разница не сильная, большая, но дешевле. И много интересных. Ну, обычно в Lego Classic просто еще эти фигурки не ходят, они отдельно продаются. Ну, скорее всего, из-за этого. Ну, нет, тут человечки... А здесь ходят 2 человечка. Тут человечка, в любом случае. Классик. Вот они вот там есть, мы попозже вам покажем. Вот так все это в такой коробочке. К тому, что вы совершенно спокойно, если пользуетесь почтой, можно через почту заказать. Я думаю, этого ничего не будет. Коробка, соответственно, на клее, поэтому дальше потом эксплуатация вряд ли. А вот где задняя сторона. Вот смотрите, да, детальки. 172 блока строительных, одна дверь, 2 окошка, зонтик, цветочки, 2 человечка, колпачки, прически, банан, сосисон и 2 крана. Главное, сосисон. Так, по качеству мы вам показали.
Теперь давайте я прям песенку мне хочется спеть касаемо контейнеров. Здесь, смотри, какие классные. Прям хороший плотный пластик. Вот это набор за 799 рублей. Что классное, то все... Тихо-тихо. Тут как раз я сразу хочу отметить минус. Крышка, она не фиксируется, она свободна от закрывания. Я изначально думал, она также присутствует, вот эти кругляшки внутри, угу. чтобы она фиксировалась как вот. Ну, то... Как под захлопной, да? Да, и это, к сожалению, блин, я буду считать это минусом, но, может, многие это не будут считать минусом. Нет, ты знаешь, какой плюс? То, что ты спокойно ее снимаешь и используешь как платформу. А на платформу, потому что, еще раз, договорю мысль свою, когда ты не знаешь, коробочка, она фиксируется или нет, ты машинально ее берешь. Сейчас я звук отключу, секунду. Прости, пожалуйста. Вот как ты первый раз взялась за контейнер, и у тебя сразу крышка отлетела. Ну да. А ребенок тоже, вот. В принципе, логично также возьмет руками за крышку и все. Ты снимаешь в этот момент? Да. Вот смотри, даже сейчас держу, и вот она выскальзывает. И все детальки могут на пол упасть. Как бы вот я не знаю. Рассудите нас к комментариям. Удобно, своим, неудобно. Да, удобно ли такое данное решение, не фиксированную часть. Но она хорошо идет как платформа. Для создания... Для сборки. А сюда, соответственно, мелкие детальки, которые не нужны. Еще смотри. Вот сейчас перед нами большой набор, кстати, который за 799 рублей. Вот он. Вот в такой коробочке. Артикул. Пожалуйста. В принципе, сейчас уже все на сайте есть. Я смотрю. Угу. Так, размер, значит, коробочек. 17 на 6 и 13 на 6. 17 на 6 одна, 13 на 6 две. А в чем фишка, ребят? Они сочетаются, то есть их можно ставить друг на друга. Вы можете настроить любую лесенку, пирамидку, как вам удобно. Ну и, соответственно, хранить очень удобно, когда все это не по раздельности. И вот это самый комплект, он считается самый маленький, самый дешевый или дорогой? Самый дешевый. Я его считаю самым выигрышным вариантом. Почему? Хоть он не способен хранить много деталек, но данные вот коробочки из трех штук дает полет для творчества, как минимум. Три разных зоны можно собрать на разных? Не-не-не, вот смотрите. Не зря вот это выемка. Окошечки? Да, это окошечки. Во-первых, это можно сделать небольшой дом, построить, сюда врезать окошечки, и будет дом. Включился Дим строитель. Ну, не то строитель, он только, наверное, так и задуман. Если собрать вот таких много модулей, можно собрать хрущевку. Литовку. Ну, хрущевки, они литовые. Литовки были, это хрущевки. Там маленькие квартиры. Ладно, не суть. Ну, пусть будет так, ладно. Так, значит, смотри. Следующая коробка, вот она, 26, 18 на 12. Окошечко здесь уже побольше. Я хочу продолжить. А вот эти, они уже сами по себе дешевле. Я бы вот эту штуку это не брал. Это 1000 стоит, а это 1300. Пусть будет так это. Я бы вот это не брал. Почему? Ну, во-первых, оно большое. Я бы заменил это самлой. Нет, если только брать с точки зрения платформы большой, если нужна большая платформа. Ну да. И, соответственно, если брать не один набор, как мы сегодня это сделаем. Ну да. Если брать как минимум 4 набора и... Тогда целесообразно. Это, вот как раз вот оно еще. Иди сюда. Оно вроде хорошо или плохо. Ну вот смотри, вот если большой, да, кто-то там взрослый строит, то вот так. Если это ребенок, который постоянно собирает, разбирает, да, логично. Взять контейнер самла для всех деталей, набор из маленьких коробочек и строй ты сколько хочешь. Сейчас смотри. Сейчас скажем, спорим. Не, мы не спорим. А почему-то мне кажется... Я думаю, что нам... Это разбирается, только я так смысла не понял. Вот эта нижняя часть, вот эта, она у всех разбирается. Угу. Ну, пазы снимаете? Я ногти переломаю, да? Только сам функционал я так и не понял. А для какая чего смысловая нагрузка? Вот эта часть дальше разбирается. И, возможно, в будущем, я думаю, все равно это увеличит. И можно будет как-то модуль объединять между собой. Да. Только вот если с этой точки зрения. Что-то будет, наверное. Так, значит, среднего размера коробка, ребят, стоит...
999 рублей 26, 18 на 12. Кстати, спрашивали про цвет. Друзья, он не белый, он прям вот как у линейки Вардаген, такой белый, бело-молочный с оттенком. Блин, ну я не знаю, получится, не получится. Вот оттенки у нас, давай, вот это вот совсем вот белый, да, да, вот холодный оттенок, а это вот более... Вот смотрите, есть, есть оттенок, более в теплую отдает коробочку. Ой, вот, иди сюда. Не, ну я уже показал. Так, и, соответственно, последний элемент, это вот такой вот большой, то есть фактически здесь это 4 вот таких платформы. Ну да. А еще фишка, смотри, платформу они можно... Они все подходят. 2 Да, то здесь как раз 4 платформы умещается. Такой контейнер стоит 1300, модуль. Кстати, это пластмасса АБС. 35, 26 на 12. Вот он прям тяжеленький. Ну вот тупо для хранения я бы не стала брать. Если вот именно планируется большая какая-то сборка. Вот для хранения, для, вот с моей точки зрения, рационально будет купить в одном известном хэ-прайсе контейнер, который имеет защелки. Да. И складывать туда сам именно добро. Конструктор. Вот этот, да? Вот эти фокусы, где вот там. Где банан? Да. А модули уже докупать по желанию, потому что хранение в этих модулях. Мне кажется, частичек... это бардаком будет. То есть это все-таки нет, стройка. Не бардаком. Дети не донесут до места строительства. По пути все рассыпется. А, еще смотри, покажи, пожалуйста, вот эту стоечку, да, то есть как дизайнеры еще увидели. Здесь, понятно, я думаю, здесь не один набор, потому что вон там даже 3 человечка, вот 2, то здесь несколько наборов объединено. Интересно смотрится, то есть фантазия безгранична, можно настроить. Ну да, тут что-то, кстати, есть местами что-то немножко икеевское. Это было вот на первую часть вот. Там есть что-то такое похоже, там кроватка. Кровать, стеллаж. Да. Ну а на втором просто полет фантазии. Вот такая, друзья, интересная коллекция. Мы сегодня уедем домой с двумя вот такими наборами и определимся с коробками. Но однозначно маленькую, я вот думаю, насчет большой. Но это мы решим отдельно вне камеры. Надеюсь, эта серия будет развиваться. Как вот дорога железная, дали лабу? Да, прям. Это будет очень хорошая вещь, как не только для Икеи, но и как для Лего. Лего же в последнее время немножко... По маркетингу не туда пошло. Везде, где не попади, кстати, Лего, нет, только там, не генерится. Там начали делать ограниченные серии, там Звездные войны и так далее, машинки и так далее. А вот про классику забыли, к сожалению. Ну да, чтобы вот просто пособирать то, что хочется. Так, классику. То, что мы, кстати, Аленке, сколько вспомни, не покупали вот ограниченки вот этой, она и не играет, то есть она не может вообще ничего с ней собрать. А вот в такого плана, то есть все, что угодно, полет фантазии. Да. Вот. У нас, наверное, все. Мы помчались снимать дальше, мы сегодня приехали на целый день, съемок будет много. Поэтому ждите, друзья, ждите. Обязательно пишите комментарии, мы будем очень внимательно их читать и по возможности отвечать. Да. И, кстати, кто помнит, если нужна срочная связь, Инстаграм внизу, мой личный Инстаграм, не рабочий Инстаграм про Икея. Туда Дима только загружает видео и редко разбирает директ. Поэтому, когда вопросы какие-то срочные, пишите, мы вам поможем. У меня все. Ну, я тоже. Пока. Пока.